Постановкой «Аида» театр оперы и балета Якутии даст старт международному фестивалю «Классика белых ночей». В нем примут участие более 150 артистов из Кореи, США, Канады, Франции, Италии и городов России. Фестиваль продлится с 8 июня до 3 июля. На разных площадках города пройдут концерты, мастер-классы и конкурсы. Сейчас на сцене театра оперы и балета идут репетиции. Взглянуть на оперу раньше зрителей удалось Саргылане Захаровой. Известная опера «Аида» рассказывает историю несчастной любви предводителя египетских войск Радамеса и рабыни Аиды, дочери эфиопского царя, с войсками которого сражаются египтяне. Главного героя в постановке Якутского театра оперы и балета исполнит приглашенный артист из Кореи Пак Сонгю. Отметим, что сегодня корейский тенор известен не только у себя на родине, но выступает и на сценах театров Италии, Германии, Австрии. Разница между исполнением партии Радамеса на итальянской сцене и в других странах очень большая. Если в Италии нужно обратить внимание больше на текст, так как они понимают каждое твое слово, то, например, здесь весь смысл нужно передать через эмоции и движения. Мой герой, он делает все ради своей любви. Спектакль «Аида» выбрали в качестве открывающей международный фестиваль «Классика белых ночей» постановки не случайно. Как отметили директор театра Сергей Сюльский и художественный руководитель события господин Ноты Чол, торжественность и масштабность спектакля зададут тон на все дни фестиваля. Заметим, что руководить оркестром на спектакле «Аида» и на всех последующих днях фестиваля будет маэстро Ноты Чол. Открытие фестиваля «Классика белых ночей» и показ шедевра оперного искусства состоится уже 8 июня. Отметим, что «Аиду» ставят на сцене Якутского театра уже не в первый раз. Но опера, признанная одной из лучших музыкальных постановок в мире, по праву пользуется успехом у зрителей во все времена. Саргылана Захарова, Владимир Павлов, НВК Саха, Якутск.